В октябре свой профессиональный праздник отмечают врачи еще одной специальности. Поздравления принимают участковые терапевты. Они – главное звено в оказании первичной медицинской помощи. Их миссия – вовремя выявить заболевание и предотвратить его развитие. О нелегкой и важной работе терапевтов наш следующий сюжет. Наблюдаете за собой? Физическая активность должна быть. Диету соблюдаете? У пациентки Марии Павликовой наблюдается положительная тенденция. Лечение, которое прописал терапевт, помогает. Давление и гемоглобин пришли в норму. Остается только следовать советам врача. Отличный врач. Отлично. Относится хорошо, объясняет очень хорошо. У меня гемоглобин упал очень сильно. Ну вот, а сейчас поднялся, я уже бодренькая такая. Для Нилуфар Абдуллаевой улыбка пациента, его хорошее самочувствие – самая высокая награда. В детстве, задумываясь о будущей профессии, она рассматривала только такие специальности, где нужно помогать людям. Между адвокатом и врачом выбрала вторую, ведь что может быть благороднее, чем дарить здоровье? Врач-терапевт не только ведет прием, в его задачи входит осмотр пациентов, сбор анамнеза, диагностические манипуляции для того, чтобы выставить диагноз. Лечение, естественно. Если, соответственно, врач-терапевт выявляет в ходе обследования какие-то специфические заболевания, то направляет пациентов узким специалистам. Одним словом, терапевт – это врач номер один для любого пациента. Он оказывает помощь не только в поликлинике, но и на дому. Рабочий день Нелли Афанасьевой начался в 8 утра. До 14:00 ей надо успеть отработать 8 вызовов. Здравствуйте, это врач. Я в 265-ю квартиру. Откройте, пожалуйста. В эпоху коронавируса нагрузка выросла в разы. Большое количество вызовов с подозрением на COVID-19. Обострение хронических болезней тоже никто не отменял. Но несмотря на все сложности, участковый терапевт признается, свою любимую работу не променяет ни на одну другую. Это почетное звание, я считаю. Стать врачом я мечтала с детства у меня почему-то. Ну вот потом воплотилось. И все, и решилось, что терапевтом. Терапевт – это более широкая, более специальность, где нужно знать все. Знать все, быть готовым помочь пациенту и указать ему верный путь к выздоровлению. Задача терапевта многогранна и нелегка. Профессиональный праздник – еще один повод напомнить об этом и пожелать врачам самого главного. На здоровье. Остальное все не будет. Луиза Егиазарян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.